Американские власти намерены обязать концерн Volkswagen выкупить десятки тысяч уже проданных в США автомобилей. Решение будет принято в связи со скандалом вокруг манипуляции Volkswagen с занижением вредных выбросов дизельных двигателей. По оценкам экспертов, немецкого автопроизводителя собираются обязать выкупить у клиентов каждую пятую из всех машин с программным обеспечением, которое занижало показатели выбросов вредных веществ. Речь может идти приблизительно о 115 тысячах автомобилей. При этом VW должен возместить покупателям полную стоимость автомобиля или продать новую машину со значительной скидкой. Напомню, Министерство юстиции США обвинило немецкий концерн в обмане и подтасовках. Минюст также подал ходатайство о взыскании с Volkswagen в качестве штрафа до 45 миллиардов долларов.